Я должна помочь остальным. Когда сможешь, найди меня в Патрах. Спасибо, Алексиус. Спасибо за все. Yeah!
верить, что их больше нет. Всегда думал, что когда вернусь, они будут ждать. Не могу поверить, что их больше нет. Всегда думал, что когда вернусь, они будут ждать. Помедленней! Покидает вахту! Лишь бы не заметили. Huh?
Нам почти удалось. Зато орден потерял наш след. Пока что. До встречи, Нима. Увидимся позже в убежище. Готовишься к чему-то? Ты здесь, наконец-то. Ты говорил, что в Ахее назревает что-то важное. Главный инженер Бури работает над новым орудием. Мы видели, как его испытывают в порту. Оно не работает. Но это пока. Он хочет бежать из Ахеи. Раз он хочет бежать, может, мы уговорим его помочь нам победить Бурю? Он будет присутствовать на симпозии корабельщиков в амфитеатре Ахеи. Я сейчас же отправлюсь в амфитеатр. На встрече будет обсуждаться секретное орудие для Бури. У главного инженера должно быть больше сведений. Вроде несложно. Тебе нужно сказать, я избранник Посейдона. Ладно. Ищи главного инженера среди присутствующих. Клинок важен для тебя. Где ты его взял? Я выковал его сам. Но это не просто клинок. Это выбор. Подобраться так близко к жертве непросто. Именно. Что тебе известно о Буре? Должно быть, ее прислал Аморг. Я не знаком с Бурей, но не удивился бы, если бы Аморг так поступил. Он всегда желал только одного – сделать Персию процветающей. Любой ценой. Почему ты решил помочь этим людям, Дарий? У Нимы доброе сердце, и я хочу поощрить это. Но сразу после этого мы покинем Грецию навсегда. Я отправлюсь в амфитеатр и найду инженера. Главный инженер здесь, но я не знаю, как он выглядит. Это будет просто. Не забыть, я избранник Посейдона. Дарий говорил об этом месте. Я говорю не о пути, который вы проделали, чтобы приехать сюда. Хотя, безусловно, благодарна вам. Я говорю о благородной истории Уфеброшения. Думаю, в этом прекрасном амфитеатре, построенном в процветающей Ахее, будет очень уместно поговорить о древнем деле, мастерами которого мы стали. Именно мы, греки! Подарили миру простой моноксил и папиреллу, пентиконтер и берему, и, наконец, несокрушимую трирему. Мы снискали милость Посейдона, и со временем моря открыли нам свои тайны. Теперь вся Греция вкушает плоды нашего труда. Увы, вынуждена признать, что Зевс и Арес были менее благосклонны. Что мы будем делать дальше? Что мы можем делать дальше? Можем ли мы улучшить могучую трирему, владыку морей? Мой ответ – да! Нужно быть храбрецом, чтобы встать на пути у греческих новшеств. Неужели мы не увидим, как строятся корабли, достойные богов? Представьте, как великолепен корабль, 400 пусов длиной, везущий 2000 человек, с 20 рядами весел вместо трех.
широкой палубой, вмещающей катапульту. Это не предел. Корабли с садами и гимнасиями, увенчанные храмом милой Афродиты. Целые миры на воде. Насколько трудно их построить? Кто справится? Слушайте, братья, вот что я скажу. Талант, который боги даровали нам, грекам, не знает границ. Пифагор, раскрывший тайну углов, был одним из нас, разве нет? Такие сооружения построит его преемник. Представьте себе, дитя Пифагора. Какие чудеса оно сотворит, опираясь на труды отца. Ввиду столь великого наследия, вероятность такого и он бы не просчитал. Вопрос времени, когда мы достигнем таких высот. Приветствую вас на симпозии корабельщиков в Ахее. Нас ждет великое будущее. Уключено нечто совершенно новое. Она удерживает весло на месте и не дает ему скользить. Она не ограничивает движение, но весло не изнашивается раньше времени. Ее уже опробовали на некоторых кораблях. Их эффективность возросла, в частности, скорость. Гребцы стали работать веслами дольше и сильнее. Отважусь предположить, что это пришлось бы по нраву самой Афродите. Как насчет парусов? Мы уже используем лучшую ткань. Веревки и шкивы высочайшего качества. Можно ли что-то улучшить? Ну, конечно! Возможно, наше достояние не корабли, а кормчие. Они придумали, как улучшить то, что у нас есть. Недавно они обнаружили, что если сжать край паруса, можно поймать больше ветра, а значит увеличить скорость. Это сыграет важную роль в переломный момент боя. Да, эти методы не заменят команду крепких рабов, но все-таки они полезны. Я избранник Посейдона. А я любовница Геры. Что? Что значит что? Уходи, я пытаюсь сосредоточиться. Я избранник. Бестолочь. Что? Бестолочь ты, а не избранник. Я слышал, как ты пристаешь к людям. Как ты узнал обо мне? Ликуй. Боги велели мне избавить тебя от забот. Ты хочешь покинуть Ахею? Не уверен насчет богов, но твои лазутчики молодцы. Да, пожалуй. Что ж, пришли тебя буря, я был бы уже мертв. Я ищу способ убить ее. Мне нужно твое орудие. Вздох Химеры. Предмет моей гордости и сожалений. Я ушел от бури, не завершив его. Без меня они никогда не заставят вздох работать как надо. Ты хочешь уехать из Ахеи? Каким образом? Единственный способ — убить бурю. Поверь мне, я испробовал все возможные варианты. Там моя жена. Я подвергаю и ее жизнь опасности. Ты работал с бурей. Расскажи о ней. Она жестока и бесчувственна. Но страшнее всего то, что она блестящий стратег. Найти командира лучше нее очень трудно. Расскажи мне об орудии. Что оно может? Оно обрушивает на корабль врага поток пламени. Работает безотказно. Его нужно правильно установить.
иначе пострадает твой корабль. И серьезно. Ты сильно рискуешь, доверяя мне свои тайны. Нет. Я надеюсь, что ты убьешь для меня бурю. Добудь чертежи, и я оснащу твой корабль вздохом химеры. С ним ты справишься. И с целым флотом. Я должен исправить свою ошибку. Если вздох химеры так силен, как ты говоришь, он пригодится мне. С моим орудием твой корабль сокрушит Сциллу. Где искать чертежи? У командира флота Бури. Он руководит блокадой. Я примусь за работу. Чертежи зашифрованы. Прочитать их могу только я, и на это уйдет время. Я вернусь, когда закончу. Славно. Я как раз думал, как прорвать блокаду. Я разберусь. Кто-то свистит? Птица, наверное. Чертежи вздоха химеры у меня. Пора возвращаться в амфитеатр. Нет! Нет, они нашли инженера. Только он мог разобраться в чертежах.
Смотрите, сперва беглый инженер, теперь хозяин орла. Нам повезло. Не сказал бы, что повезло. О, смотрите, кто к нам заглянул. Убить их! Обоих! Буря хитрее и осторожнее, чем мы думали. Предупрежу остальных, они в опасности. Чертежи отдам Варнаве, пусть посмотрит. В любом случае, нужно уходить. Время уйти в тень. Ты говорил с моим мужем. Я помогу. Жена инженера. Что тебе известно о чертежах? Мой муж разослал книги по всей Ахее. Часть можно найти на кораблях бури, еще часть на верфи. Книги подскажут, как создать орудие. С ними ты сможешь отомстить буре за моего мужа. У бури сильный флот. Отомстить за твоего мужа будет трудно, но я рискну. Он был бы рад слышать это. В Ахее множество кораблей. О каких идет речь? Начни с кораблей бури, которые патрулируют гавань. Ты сказала, что часть книг находится на верфи. Где она? Тебе нужна военная верфь Патер. Она на окраине. Я найду книги.
Кому нужна лошадь, которая даже всадника не может носить? Нашел. Одна из книг, о которых говорила жена инженера. Ничего не понимаю. Может, Варнава разберется? Спартанцы им не по зубам, Малака. Интересно. Не могу смотреть, как гибнут мои братья. Нужно готовиться к бою. Еще книга. Славно.
я нашел. Что я искал. Уничтожим патруль, пока не прибыло подкрепление. Отдам ее в Арнаве. Хватит, пока Аполлон не начал завидовать нашим глазам. Thank you.
Нужно найти Нит. Этого наемника прислала буря. Будут еще.
это он. Γιατί του το παιδεύεις? Буря требует твою голову, хозяин орла! Обойдется твоей. Еще наемники от бури. Она не скупится. Вот он где. Рано или поздно у бури кончатся наемники.
нашли же его. Убив тебя, я разбогатею. Еще один наемник. Думаю, это последний. Прошу.
все? Тогда удачи. Thank you.